проверки выявили нарушения в части благоустройства, обеспечения безопасности, правил торговли и соблюдения трудового законодательства. На заседании заслушали всех нерадивых пользователей пляжных территорий. Больше всего нареканий у набережных Лазаревского района, пляжи «Морской бриз», у судоверфи «Взморье», «Лагуна», «Солоники-2», «Лао». В центральном районе в числе нарушителей пляжи «Альбатрос» имени Мориса Тореза, «Фазотрон», Кости, Красный Штурм, в Адлере пляжи Мзымта, Арфа и Парус. Для исправления нарушения установлен трехдневный срок. Если они будут выявлены вновь, договоры с арендаторами расторгнут.